Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на паровую швабру Körcher SC3 Upright Easy Fix. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Светодиодный индикатор на корпусе паровой швабры информирует о текущем состоянии сигналами разного цвета. Мигание красным цветом сигнализирует о разогреве аппарата, а постоянное зеленое свечение – о его готовности к работе. Удобный трехступенчатый регулятор подачи пара с наглядными пиктограммами позволяет выбрать режим, оптимальный для очистки разных напольных покрытий – деревянных, плиточных или ковровых. В комплект поставки входят предохранительный клапан, микроволоконная салфетка для пола – одна штука, накладка для чистки ковров, картридж для защиты от накипи, насадка для пола Easy Fix, съемный бачок для чистой воды. Тщательная очистка паром без проблем. Паровая швабра SC3 Upright Easy Fix, подходящая для уборки любых твердых напольных покрытий, отличается исключительной простотой в обращении. При тщательной очистке с ее помощью уничтожаются 99,99% вирусов и распространенных в быту бактерий на твердых поверхностях. Время нагрева составляет всего 30 секунд. Благодаря трем предустановленным режимам работы, легко переключаемым для изменения интенсивности подачи пара, предлагаемая Körcher паровая швабра SC3 Upright Easy Fix подходит для уборки практически любых твердых напольных покрытий, вплоть до лакированного паркета. Паровая швабра очень быстро разогревается и легко дозаправляется водой благодаря съемному баку, оснащенному картриджем для защиты от накипи, исключающим необходимость в ее ручном удалении. Насадка для пола Easy Fix в комбинации с высококачественными микроволоконными салфетками, прикрепляемыми к ней липучкой, гарантирует более основательную очистку, чем обычная швабра, и позволяет легко заменять салфетки без контакта с грязью. Дополнительным преимуществом является возможность оснастить ее специальной накладкой для удобного освежения ковров. Работа без перерывов и защита от накипи. Доливка воды в съемный бачок осуществляется легко и в любое время, что исключает неоправданные перерывы в работе. Высокоэффективный картридж для защиты от накипи автоматически освобождает заливаемую воду от солей жесткости. Напольная насадка Easy Fix с гибким шарниром и креплением липучкой для салфетки. Пластинчатая подошва насадки гарантирует оптимальную очистку любых распространенных в быту твердых напольных покрытий. Система фиксации салфеток для пола липучкой позволяет легко закреплять салфетки и заменять их, не вступая в контакт с грязью. Эргономичная эффективная уборка благодаря гибкому шарниру насадки обеспечивает полное прилегание насадки к полу при любом росте пользователя. Я проанализировал отзывы реальных пользователей и нашел несколько отрицательных. Тяжеловатая для управления одной рукой. Трудно залазит под кровать. В комплекте только одна тряпка. Теперь речь пойдет о положительных отзывах, которых оказалось немного больше. Три режима отпаривания. Швабра проводная. Длинный шнур. Простое использование. Достаточный объем бака воды. Хорошая сборка. Быстрый нагрев. Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для меня. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!